сегодня расскажу, как сделать бутерброд. Для бутерброда нам понадобится, соответственно, мотыль, опарыш. Вот. Вот он. И крупный мотыль. Берем сначала опарыша. Две штучки. Сначала продеваем одного. Вот. Вот так вот снизу. Соответственно, продеваем второго. На крючок номер 4. Крючок номер 4. Надеваю два опарыша. Больше не ставлю, потому что просечь хуже гораздо. Далее берем мотыля. Мотыля продеваем под голову в количестве там 3 штучек. Вот. Раз. Два. И вот он у нас. Три. Вот так вот выглядит бутерброд. Это бутерброд для плотвы, подлещика, леща и все остальное белой рыбы. Вот, когда рыба капризничает, я делал вот такие бутерброды, и, как правило, это оживляет рыбалку, более-менее.